что вы там ковыряетесь-то? Идем уже! Тебе еще что-то нужно? Нет. Хорошо, что вы помирились. А, ну да, про вас то же самое можно сказать. А. Я, наверное, немного возгордился. По-моему, так он должен был это услышать. Все равно. Мне жаль, что я так с тобой разговаривал, Синдри. Ты меня простишь? Уже простил. Я же говорю, все улажено. Давай дальше работать, пока я не расчувствовался. Ну, к делу. Чего тебе, мелкий? И все, что прицелишь, можно есть, понял? Знаешь, чего хочешь? Если ты решил кинуться в бездну, надеюсь, ты крепко подумал. Это твоя идея. Идти своим путем, так? Проклятие! Здесь Тюр ступил за грань, и камень единства его защитил. Готов? Готов. Ну, если это все, был рад знакомству. Поверь мне. Как меня может тошнить без желудка? Да ладно, было здорово! Смотри. Башня, я знал, что тут что-то есть! Удивительно! Как спрятать то, что существует во всех мирах сразу? Вышвырнуть в пространство между мирами. Ай да Тюр! Там будет Йотунхейм? Не может быть! Нельзя же пройти к вершине Мидгарда через Ванахейм! Как это использовать? Предлагаю заглянуть внутрь. Но будьте начеку, испытание Тюра сложнее, чем может показаться. Я заметил. Да, бедновато. Пьедестал. Камня. Что-то происходит. Она движется? Движется! Она знает, что делать. Камень сослужил свою службу. Мы выполняем заклинание Тюра. И что теперь? Ну, не знаю, брат. Но мы сюда добрались, худшие уже позади. Нет, тащиться насчет худшего. Отец, берегись! Пошли! Трума!
Смотри, мы снова в Мидгарде. А вот мост. Получилось! Башня снова на своем месте! Из путевого зала Тюра можно попасть в Йотунхейм. Как Тюр это сделал? Один заподозрил, что гиганты втайне хранят часть первородной субстанции, из которой были созданы все миры. Камень Единства должно быть тоже из нее. Тяжко же им было, раз они доверились чужаку, даже если это Тюр. Любите вы, ребята, пошуметь, да? Не знаю, что мы найдем в Йотунхейме, но надо замести следы. Вороны Одина доложат ему, что башня на месте. Нельзя позволять ему этим воспользоваться. Хорошо. Ничего не выйдет. Что? Тут нет путевого кристалла. Наверное, Тюр фокусировал энергию при помощи собственных глаз. Последняя защитная мера. У тебя тоже такие глаза? У меня один глаз. Один выбил мне второй глаз именно за тем, чтобы я не мог покинуть этот мир. Простите, друзья, я думал, сработает. А что Один сделал с твоим глазом? Наверное, спрятал. Боюсь, тайник может быть где угодно. Мы уже так далеко зашли. Должен быть способ. Слушайте, это просто догадка. Но я много лет наблюдал, как Брок и Синдри шныряли рядом, когда Один приходил ко мне. Может, они что-то знают? Брок и Синдри! У нас вопрос. Не знаете, где найти второй глаз Мимира? О! Это... Простите. Вообще-то Один просил меня... Хотел, чтобы я сделал... Он показал его мне, и я... Отказался. Простите. Я... На минутку. Да, никакого толку. Знаете, примерно в то же время Один и ко мне обращался с просьбой изготовить для него статую с каким-то небольшим тайником внутри. Но сами же понимаете, это ведь не оружие. Иметь дело с асами – то еще удовольствие. Короче, я тоже отказал. Но статую ему все же кто-то сделал. А что за статуя? Ну как же, Тор, потрясающий яйцами над озером. Та, которую сожрал змей. Прошу прощения. Все хорошо. Но как нам заглянуть змею в кишки? В кишки? О, нет. Неплохо бы сперва спросить самого мирового змея. Ну, я не знаю, что впереди. Но сейчас самое время подготовить снаряжение. Если что-то выпустим, и снова к рогу!
Сату ини смуту турфа. Статуи больше нет? Он полагает, что статуя все еще в брюхе. Он готов позволить вам зайти в его пасть и поискать. Фу, серьезно? Ну, поверь мне, он от этого тоже не в восторге. Так мы правда это сделаем? Позволим змею проглотить нас? Можешь остаться. Такое я не пропущу. Ты точно в этом уверен? Нет. Ну, братья, бывал я в странных местах, но это что-то новое. Я никогда не бывал в брюхе великана. А ты, отец? Меня много раз пытались сожрать. Наверное, кто-то должен нам ответить. Как-то снилось, что меня съели. Снов не стоит бояться. Я не боюсь, просто вспомнил, какие были ощущения в детстве. Ищем статую. Я думал, вонять будет хуже. А тут по запаху похоже на вересковый эль. Даже приятно. Ты чудной. А, здесь вода сжется. Это ведь вода? Или что? Ага, в основном. Вон там, молот. Назад ушла. Нет, это слишком далеко. Go! Go!
мог спрятать твой глаз? Откуда мне знать? Я же этим глазом не вижу. Можем расшифровать руны Нитухи. И еще здесь руна пути. Отправимся куда-то. Ага, это глаз. Вставьте его мне в голову. Для надежности. Будьте добры, побережней. Спасибо, брат. Вот уж правда, что имеем и храним. Ощущения? Ну, не могу сказать, что чувствую себя целым, но стало лучше. Биврёст цел? Выдержать. У нас есть все, что нужно. Наконец-то идем в Йотунхейм. Теперь нас никто не остановит. Ты не слыхал выражение «испытывать судьбу»? Подадим знак. Держись крепко. Что это? Ну, это было страшновато. Может, мы раздражаем желудок Йормунганда? Нет, что-то не так. Что происходит? Все плохо! Все позади. На него напали? Что это? Нужно спешить. Согласен, как никогда. Держись и постарайся не упасть. Лодка кренится, я... Держу. Привыкать начинаю. А с ним что? Это мы его? Нет. Что-то еще. Мертвый великан. Почему змей выбрал это место? Смотри! Ведь за нас? Да? Пока будь осторожен, надо убедиться. Мировой змей. Что произошло? Мы сами не знаем. Ты далеко от дома. Я ищу своего сына. Вы двое помогли мне многое понять. Так ты не знаешь, где он? Нет. Но леса и поля произносят его имя. Я знаю, что он здесь, в Мидгарде. Когда ты его видела? Давно.
Еще до твоего рождения. А ты от меня как будто пятишься. В чем дело? Что-то случилось? Вон! Я прямо как чуял, если ударить по большой змее, вы двое тотчас же выползете наружу. Да вы хоть понимаете, хоть мысли у вас есть, как вы дорого мне обошлись. Сынок. Мама. Я здесь. Не убегай. О, нет, мама. Я никуда не уйду. Я знаю, ты все еще злишься. Я знаю. Твои чувства не изменились, но я хочу, чтобы ты... Мои чувства? Мои чувства! Да я провел последние 100 зим, представляя себе вот эту минуту. Я 1000 раз повторил все, что хочу сказать тебе, каждое слово, чтобы ты, наконец, поняла, насколько жестоко ты меня обокрала. Но теперь я вдруг понял... Нет мне никакой нужды объяснять тебе ничего. Ты мне вообще больше не нужна. Нет, отойди, Кратос, мне не нужно. Ты идешь по пути мести. Он не принесет мира. Поверь. Ты... С тобой я потом разберусь. Но сначала семья. Ну, начинается. Справа! Уходи, пожалуйста! Нет! Я не достану до него! Прекрати сопротивляться! Тебя! Не нужна мне помощь! Сама разберусь! Как защитила меня? Как вы? Я сказала, хватит! Прочь! Советую тебе отвернуться, парень! Сейчас будет страшно. Я тебе не позволю. Нет, мальчик. Стой! Нет! Нет, Атрей! Ты ранен. Дыши, дыши. Не моя кровь. Происходит. Я чувствую боль. Я снова все чувствую. Нет! Он стал уязвим? Убить? Нет. Слышишь ветер? Мы движемся. Это стрела. Бальдор ударил в Амелу? Амела была в ремне колчана. Похоже, она его ранит. Колдовские стрелы.
не просто ранит, а Мела сняла чары. Его можно убить. Можно. Теперь я припоминаю. Так вовремя-то. Она управляет этим? Не лезьте! Я с ним поговорю! Нет, женщина, не выйдет! Он хочет твоей смерти! Вы не остановите меня! Никто не остановит! Где он? Пусть он даже меня убьет! Я защищу его! Я не позволю ему умереть! Трогательно! Скоро все закончится! Вон! Еще! Я хочу еще! Я чувствую! Чувствую! Чувствовал себя столь живым, да? Прекрати! Лива! Невероятно! Лива!
Что еще? Чудесно! Я хочу поблагодарить вас обоих. Вы сделали то, что не удалось даже все отцу. Я никогда не чувствовал себя таким живым. Какая ирония, а? Что? Когда же вы сдохнете? Oh!
убью вас обоих! Пожалуйста. Отец, он побежден. Не опасен. Ты не будешь нас преследовать. Ты не тронешь ее. Мне не нужна твоя защита. Ничего не можешь с собой поделать, мама. Что бы я ни сказал или сделал, все равно ты все равно продолжишь вмешиваться в мою жизнь. Я лишь пыталась тебя защитить. Я... Я ошибалась. Признаю. Но ты свободен. Ты получил, что хотел. Найди в себе прощение, и мы начнем все заново. Нет. Нет. Ну почему? Не начнем. Потому что я тебя никогда не прощу. Ты должна заплатить за жизнь, которую ты украла у меня. Я уже заплатила. Я заплатила. Но если лишь это тебя исцелит, если моя смерть для тебя все исправит, я не помешаю тебе. Я знаю. Но... Что? Нет! Отец! Я люблю тебя. Я люблю... Зачем? Ну, какое твое дело? Ты же мог просто уйти. Цикл закончится здесь. Мы не должны опускаться до такого.
Нет, мой мальчик, мой милый мальчик. Фрея, это его выбор. Тебя будут ждать самые жуткие, самые жестокие страдания. Обещаю. Я покажу твой хладный труп обитателям всех 9 миров. Я скормлю твою душу самым грязным тварям Хеля, я клянусь! Тебе в этом, слышишь? Он спас тебе жизнь! Он отдел у меня все! Все отнял! Все отнял! Ты как животное! Тебя переполняет жестокость и ярость. Ты не изменишься. Ты меня не знаешь. Я знаю достаточно. А он... Сын, слушай меня. Моя родина зовется Спарта. Очень давно я продал душу одному из богов. Я убил многих злодеев. И многих невинных. Я убил своего отца. Так в Хеле был твой отец? Боги всегда так делают? И так должно быть? Сын убивает мать и отца? Нет. Мы будем такими богами, какими захотим. Мы сами сделаем выбор. Ты не должен повторять мой путь. Мы станем лучше. Ну, теперь мы преступники. В ее глазах да, но она бы не защитила себя. Нужно дойти до конца, пока у меня есть силы. Не понимаю. Я знаю, что ее нужно было спасти, но в конце она оказалась очень злой. Не злой. Ты убил ее сына. Ее сына! Родителю нелегко пережить смерть ребенка. Он хотел убить ее. Она бы умерла, чтобы спасти его. Только родитель может это понять. Ты бы дал мне убить тебя? Ради твоего спасения, да. Слушай, всем пришлось сделать сложный выбор. Но все мы понимаем, что ты поступил правильно. Мир лучше и добрее, если в нем есть Фрея. Просто дайте ей время. Она придет в себя. Тогда в храм Тюра. В последний раз. Да. Нас ждет Йотунхейм.